И этот мир только мой. Славный пес, славный. Плохой пес. Цер, что с тобой случилось? Отлично! Он злится! Сэр! Он мертв? Снова Кассандра. Ее глаза сияют победой. Где же твой брат? Вы с ним вроде поспорили? Он знает, кто победил. Не он. Врата обрели стражей, а души Харона — вечный покой. Теперь скажи, что ты знаешь о жезле. Этого я не обещал. Я обещал исполнить твою судьбу. Моя судьба — подчинить жезл. И ты научишь меня. Этот договор изначально ничего не стоил. Ты отдала свою жизнь мне в момент, когда убила Цербера. Я мог поручить кому угодно отыскать стражей для врат. Но я хотел, чтобы ты немного привыкла. О чем ты говоришь? О, разве я не сказал? Есть пятые врата. И тебе придется стеречь их до конца времен. Вот твоя судьба. Я не склонилась перед твоей женой, не склонюсь и перед тобой. О, еще как склонишься. Ah!
Жаль, что так вышло. Я бы заполучил тебя в свое собрание мертвых героев. Получай! Вы, смертные, в конце концов окажетесь здесь. Чему борьба? Последний шанс. Служи мне, или страдай вечно. Слушать тебя уже страдание. Здесь смешного. Ты веришь, что все это важно, но ты узница, где бы ты ни была. Довольно. Хватит кричать. Это не твое царство, брат. А еду нечего тебе предложить. Ты не найдешь покоя ни здесь, ни в Элизии, как не обрела его прежде ни на Кефалинии, ни в Спарте. Мне же есть что предложить тебе. Дом. Ты давно его заслужила. Атлантида ждет. Все лучше, чем здесь. Я еще отомщу. У нас есть новое оружие. Не чита тебе. Гекатанхейр? А это ты... Именно. Гекатанхейр восстанет. Проект Олимп вселит такой ужас в сердца людей, что они уже никогда не решатся на бунт. А мой муж станет новым Декастом Василевсом. Декаст, спаси нас. Если им все удастся, нам конец. Нам всем. Поверь же мне. Займись ими, а я покончу с их замыслом. Слишком поздно. Процесс успешно завершен. Гекатанхейр восстал. Или вы не слышите? Ты использовал лабораторию в подземельях, но проход загородили, когда я запретил опыты на людях. Что?
Что это за звук? Это оружие? Я покараю их, а ты останови Гекатанхейра, пока он не убил нас всех. Спеши! Боги! Это что? Люди? Это жертвы эксперимента Фаиты. Лучше не приближаться. Oh!
Отпусти павших, подчинив себе их страх. Поразительно. Ты величайшая из моих подданных, тем паче людей. Где Юнон и Аита? За решеткой. Пока. Но надолго ли? Если тюрьма их не остановит, оставь их со мной наедине. Я покончу с ними раз и навсегда. И что это докажет? Что ты ничем не лучше Юноны и Аиты? Я не хочу ничего доказывать. Я хочу спасти тех, кто пострадал от твоего тщеславия. Итак, суд над Атлантидой все же свершился. Что ж, Дикаст, воля твоя. Артефакт Цербера у тебя?